второй Ткаченко. Денис. Это знакомый, блин, Денис Ткаченко. И то, Тимур Утепов я вспомнил, потому что, ну, фамилия такая необычная, Утепов. А вот Ткаченко я несколько знаю, но вот не могу вспомнить. Ну, может быть. Много здесь. После этого что делать? А, горка впадинка. Это когда ты стоишь упор лежа. Поднимаешь таз. Опускаешь таз, прогиб. Подъем, прогиб. Да, ножки прямые, тебе старайся. Так делаешь первые 25 раз, когда сделаешь, скажешь мне. То есть, раз, два, три, четыре. Скажешь мне, потом, ну, потом следующие 25 раз. Оп, дай мирчик, здорово, братан. Здорово. Ты с Серегой не знаком? Ну, сейчас познакомишься. Серега — это Дамир, Дамир — это Серега. Борец и пловец. Дамир — пловец, Серега — борец. Да? Ну, Дамир тоже борец, он айкидо занимался. Ну а что же это такое? Там же борются. Ну приемчики делают, нет? Ну айкидо на самом деле это боевое искусство же, да? Не, ну может быть Серега тоже каким-нибудь искусством боевым. Ну, сенсей говорит, что это не борьба. Вся жизнь борьба. Да, сенсей не говорит, что вся жизнь борьба. Ладно, давай, Дамир, тоже распрыгайся. Потом как раз сейчас Серого нагонишь. 25 сделал, теперь ты делаешь... А, когда сделаешь 25, потом будешь делать на двух руках это же действие, но одной ноге. А может будет все время, как раньше, разминка? Раньше? Мы раньше, если ты вспомнишь, бегали у стены. Нет, я имею в виду как... А, еще раньше? Да. Ну как? О, нет. Нет? Еще не раньше. Это когда хорошая... В субботу. Ну-ка. В пятницу. Когда мы чуть-чуть поразминались... Да сейчас так же. Сейчас. Да, только... Дамир, покажи Серого, курсани, пожалуйста, как прямо ножки держать. Вот когда две ноги, одна рука. Оп, да, но ты сам разогрей сначала на двух руках и двух ногах, а то это опасно, да. Вот так надо сделать тебе 25 раз, потом поменяешь руку еще 25 раз. А на борьбе вы не делаете такое упражнение? Блин, они обалденные. То есть это как бы, знаешь, ты отталкиваешь свое тело, как, например, можно соперника на расстоянии держать, там что-нибудь подхватить. Это что такое? Тихо-тихо, парни. Гром? Да там, нет. А, я думаю, уже... Гром добился, да, вернее, дорвался. Дамир, ты Утепова Тимура помнишь? Гребец, греблей занимался, Тимурик. Небольшого росточка такой. Из Казахстана. Казахстан, да, казах или узбек, что-то такое, не помнишь? Была тема такая, один раз ему мальчику, они висели, помнишь, в турниках, ударил его по лицу ногой. Не было тебя? Тимура или его? Тимура. Ну, надо было в парах упражнения делать. А, наверное, есть, и тот парень был, нет, тот, может, другой парень. Знаю его, если бы так с ним на улицу сделали, он бы не простил. Ну, я не знаю, простил, нет, его чуть до слез не довел, тот мальчик. Но тот парень просто старше него, может быть, и там их два брата. И они занимались, может, посильнее. В общем, там было парное упражнение, надо бы делать. Висел один на турниках, Тимур держал его ноги как в уголке. То есть, получается, руками висит и в уголке. И вот кто должен был подниматься, он взял ногой, брыкнул, Тимуру по лицу ударил. А Тимур улыбается, стоит такой, раз ноги его держит. Я говорю, вы чё? А чё? Ну, это так, он нечаянно. Я говорю, тебя ударили в лицо. И потом я батю Тимура позвал, и после этого что-то он перестал ходить. Они мне другую вообще историю рассказали, типа, у них какой-то там злой тренер был, то, что там Тимур что-то не так сделал, и он его прямо обматерил. Здесь? Да. В натуре, что ли? А после вот этого что делать? После злого тренера? Нет. Ты сделал на двух ногах и одной руке, да? Ой, на... Вспомнил, Тимур, да. Теперь надо делать на одной руке и одной ноге. Вот это же действие по 10 раз. Вспомнил, какой? А Ткаченко Дениса, знаешь? Вот я и хотел спросить, да, Тимур, ты, наверное, помнил от Ткаченко? Если кто-то там обматерил, надо говорить родителям, и чтобы родители приходили, разбирались с этим тренером. Не-не-не, ноги какой, смотри какой. Дамир, покажи. Дамир, ты давай это булки не мни. Покажи сначала на одной руке, на одной ноге надо сделать. Покажи Сереге. На одной руке, одной ноге. Одной руке. Давай. Сейчас.
Здесь надо равновесие удержать 10 раз. Эх вы, опять вы руку. А что вы не можете вот так что ли сделать, парни? Вот вы встали, вот вы ручку подняли и поехали. Просто торопиться не надо. 10 раз надо на одной и другой стороне. Дамир, я тебе на двух руках. Я где-то видел. Ну, я вроде бы тебя и на этой тренировке видел. И еще где-то. Нет, второй раз только сюда пришел. На турниках, на каких-нибудь, может, соревнованиях. На мероприятиях. Каким-то. Ты где живешь? На Черниговской. А ты не в 33-й школе? Нет, вообще в первых. Может, юная армия какая-нибудь, организация, нет? Нет. Я тебя точно где-то видела. Да это бывает, Дамир, братан. Ты не отвлекайся, давай, 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 парни. Все, помните, чем вы активнее разминку проведете, тем хорошо. Ну, не то чтобы быстрее, правильнее, вот так. Противоположно, Серега, рука должна быть противоположной. Если у тебя левая рука, должна быть правая нога. Да. А можно вот так вот ставить? Вот так вот руку держать? Нет, это слишком легкотня будет для вас. Вы тогда уровня крутого. И ты, Тимур, скажи, то есть это, если там какие-то у него, может быть, надо в черных найти этого тренера. А если это я, то надо, чтобы он пришел с родителями ко мне и со мной разбирались, сказать, ты что там? Ну, правда, Тимур год уже, наверное, не ходил, давно он не ходил. Да не год, он зимой вроде перестал. Не, Денис говорил, что да. В том году. Слушайте, а вот это... А как материли? Сейчас, Дамир, погоди, как обматерили, что сказали? Ну, типа, ты что вообще, чувак, офигел? Охуел, да? Ну, если если по-жесткому. Да. И еще Су, вот это. Да? А за что к ним так сказали? Не знаю, что-то они неправильно сделали. Серьезно? Блин, по-любому надо родителям говорить. 100%. Ну, мог я так, Дамир? Нет, я так не мог. А, блин, а если я очень сильно разозлился на ребенка, я мог бы так ругаться? Нет? Блин, ну это надо к родителям. Либо, здесь такое два варианта. Либо кто-то, значит, обманывает. Ну, знаешь как, есть такой термин «преувеличение трудностей». Дамир, Серега, мне так тяжело было, на меня так дядька ругался матом, ой, сильно ругался, и вообще, так мне было тяжело и больно, как бы преувеличение. На самом деле, пошел на ногу, кому-то наступил, сказали, ты че, щегол, ну-ка брысь отсюда, да, а я там вам буду рассказывать, мне так тяжело было, ой-ой-ой. Либо другой вариант, я что-то совершил, что человек на меня смотрит и спрашивает, ты че, ебанулся, что ли? Ну, а как еще по-другому, да, взрослые спросят? Например, есть некоторые люди, у них, ну, это как бы прикол, не прикол, люди там постоянно рыгают, в носу ковыряются, в заднице ковыряются, там что-нибудь. Ну, это привычка. Ну, да, но она... Это нормально. Для него это нормально, для этих людей. Молодец. Сейчас, погоди, Серый. Сейчас делается складка, мостик. Ты садись на... Да, да. Наклон вперед. Прогиб. Наклон вперед. Молодец. Только 100, вообще это надо делать 100 раз, но 25 раз ты делаешь сначала, ты делаешь мостик на плечах. То есть наклон вперед, мостик на плечах, руки вверх тянешь. Попробуй, руки вверх, подними к потолку руки и сделай прогиб на плечах. Таз поднимай, поднимай таз. Не, на плечах, не на затылке, на плечах, не-не, на плечах, да. Вот так делаешь 25 раз. Потом ты делаешь 25 на затылке, руки вверх тянешь. Потом 25, когда полный мостик на четырех конечностях. И потом остается 25 раз, мы их делим на две части. Одна часть будет, это будешь ты делать на одной руке и двух ногах. Другая часть ты будешь делать на одной руке и одной ноге. Выглядит и наслышимый, скажешь, что это невозможно, но на самом деле возможно все. Парни, просто вы будете, может быть, в той тысячи человек людей, которые проживают в городе у нас в Энгельсе, в Покровске, которые по-настоящему могут показать какое-то хорошее очень физическое свое исполнение. Ловкость, сила, гибкость. На самом деле не так много людей это умеет делать. Из полмиллиона человек, кто в городе живет, основная масса, 100 тысяч умеет подтягиваться более-менее. Потому что можно... Серый, не торопись, турники успеешь, братан. Еще мозоль успеешь поздирать. А, ты хочешь показать, что ты из этой 100 тысячи? Больше 100 тысяч умеет подтягиваться, да, Мир? Правильно, нет. Правильно, это хорошее подтягивание, четенькое, раз, раз, разные варианты. Ну, это, ладно, может быть, больше 100. Хорошо, но из этих полмиллиона 100 тысяч бабушки, да, дедушки, они не умеют подтягиваться 100%. Или им очень трудно делать. Ну, это единицы бабушки, дедушки. 100 тысяч
женщины, которые тоже не особо подтягивались. Но опять это единицы. Единицы. И Дарья это единицы. 100 тысяч детишек, которые маленькие дети, которые вообще не умеют подтягиваться, хотя кто-то умеет. И 100 тысяч остается, это ребята вот вашего возраста или там чуть постарше, кто могут делать. А из этих 100 тысяч, вот упражнение, которое вы сначала сделали, горку-впадинку на одной руке и одной ноге, умеет хорошо человек, если 1000 делать человек, 1000, представляете? И мостик очень мало людей умеет делать, и не говоря уже про разные сальтухи, кульбиты, там вращения и прочее. Это для вас, вы вырастаете, вы становитесь покруче, как бы помастеровите. А я вчера, когда первый раз пришел, я сильнее вспотел, чем сейчас. Я вот два упражнения сделал, уже весь мокрый. Ну, вчера народу было побольше, да? Сколько вчера? 10 человек было, надышали, вот это вот энергия всякая. А теперь его так же надо делать? Да, да, только не торопись. Наклон, вот, Серый, Дамир, помнишь, наклон вперед не менее важен, чем прогиб назад. Наклон вперед очень важен. Утепов. Как вы говорили? Утепов. А? Утепов. Гребец. Про него? Ну просто Тимур. Ну Тимурик, да. А как он? Денис какой-то там? Каченко. Его ударил. Нет, его ударил я не знаю кто. Я помню, их было два брата, и они все время два брата это валили. Вот одного я сказал идти за родителями. Вот как раз, наверное, тот случай и был, когда я мог ругнуться, сказать, типа, ты что, бля, делаешь-то? То есть висит парняга, ему помогает, а это ему прям с ноги в лицо. И Тимурик стоит такой, улыбается, а потом батя его позвал, батя он привел, батя такой, ну чё ж ты, Тимур-то, типа, а он такой, а я вот это, а вот так. А он стоит, улыбается, а тот ему прям с ноги, бах, и тот дальше улыбается. Я говорю, вы чё, парни? Ну это жестко, это унижение, жесткое, прелесть народу столько много, это так нельзя. И он прикалывается, тот другой, кто ударил, он такой прикалывается, ну как бы, ха-ха, чё, нормально. Я говорю, Тимур, чё, на улице? Я не знаю, блин, Дамир, ты вспомни, вот на данный момент у нас здесь было 500 человек. Вот представляешь, я помню 10, 20, 30 человек по именам, по фамилиям, по каким-то позывным, и то это кто более-менее ходит часто. 500 человек было, даже больше. Вот, отвечаю, не запомнил. А когда уже начинают никак там все делать, магнезию уже дают или нет? Ну как, я против магнезии. Ну могу выпить магнезию, но я против, чтобы вы пользовались магнезией, потому что рвется кожа, забиваются поры кожи, и хват надо укреплять. Иногда наоборот, я даже прошу ребят, давно такого не было, но возможно сегодня мы сделаем, в перчатках, в мега-скользких перчатках. Ну да, есть мега-скользкие. А, все тогда бери, надо подтягиваться, не когда пальцы соскальзывают, ты висишь на пальчик, на мизинчике висишь, там думаешь, ой, я сейчас упаду. Надо, ну, прикинь, потом мизинца бицок такая. У меня, я и сломала за перчаток руку. Выскользнул. Элементные перчатки не надо делать. Я, то есть, сначала делал стульчик, потом решил попробовать гробик. Ну, с большого турника. Наверное, вот с такого. Так. Я делал, то есть... А как это название правильно, они вот, если ты последовательное выполнение, как вот стульчик и гробик, как они... Представь, я твой старший брат, и у меня сердце очень, я переживаю. Название гробик мне крайне как не нравится. Вот как бы ты назвал этот элемент? Какой переворот? Из положения? Из положения сидя. Сидя, так, молодец. Как на будущее лучше называть, да? Потому что родители начинают пить смертный гробик, там, как бы напряжно. Я переключился и прям на руку упал. Ты руку под... Погоди, да, ты сидишь. Крутанулся, и вниз головой был так вот. Нет, под... так лечу и прям падаю. Землю ловил, да? А что ж здесь перчатки-то? Они тебе никак здесь не помогли бы и не спасли перчатки. Они даже здесь, как говорится, не в кон вообще. Или ты их на ногу одевал? Перчатки. Раз одел. Так, Серый, ты сделал? Да. Складку мостик. Знаешь, это? Теперь выпрыгнем 100 раз. Миша Семенова. Он здесь был? Наверное, если там фотку или видео. Да, молодец. 25 раз ты первый делаешь прям высокие выпрыги. Ну, вдруг еще Артем сделал. А, белобрыс такой паренек, да, небольшого росточка. У него мама учитель русского языка, что-то такое. Что-то такое, да-да-да, вспомни, небольшой. Миша. А сюда этот не ходил, а Миша Андреев. Блин, парни, сейчас погоди, пора Миша Семенова. Миша Шпех, Миша Андреев, Миша Семенов. Вроде бы был, если вдруг Киселев, короче, высокий, а Мишанька небольшого росточка, да, белобрысый? Ну, да. Кошелев не ходил? Кошелев? Да. И Кошелев, как бы фамилия знакомая.
А я сейчас по списку могу посмотреть. Да так-то очень много людей ходило. Ну, прикинь, 500 молодежи приходило сюда, кого мы списывали. Миша сейчас, ну, теперь... Ну, как бы мы с ним познакомились, он так мой приятель. Мы с ним сейчас редко стали видеться. Он тоже, ну, занимается воркаутом. Воркаутом или гимнастикой, или вообще силовой атлетикой? Воркаутом. Уличной гимнастикой занимается он, да? Вот, он типа перестал сюда ходить из-за вас. Серьезно? А я что сделал ему? Тоже матом ругался? Ага. Бил? Не угощал пирожными или что? Ну я очень строг, да, Мир, ты же помнишь? Это я так, знаете, нет, на самом деле я отношусь ко всем как братьям, младшим, старшим, как сестрам. Но я могу наругаться, ты же видел несколько раз? Мне без разницы. И сейчас вот, ну, ты хорошо вспомнишь, что маленького росточка будет, что здоровый мужик или взрослый, вообще без разницы. Если кто-то нарушает дисциплину и других ставит под опасность, то лучше не надо сюда приходить. Я никого не выгоняю. А если он 25 раз сделал так высоко? Потом ты делаешь 25 раз на левой ноге выпрыгивай, 25 раз на правой ноге. А, то есть так? Да. Вполне возможно, Дамир. Очень много людей бы хотели сделать так, чтобы здесь меня не было, Дениса Владимировича не было, Сергея Сергеевича, взрослых, чтобы здесь не было, а чтобы были одни дети. Чтобы можно было музончик слушать, там эти сишки курить, там это, вейпер сосать, там, понимаешь? Ну вот такое. Очень многие хотели. Очень многие перестали ходить, когда им исполнилось 18 лет, потому что в 18 лет они наделали всяких делов, и они... давали мне слово, что они со мной будут драться, когда им исполнится 18 лет. То есть, ну, разные ребята. Ну, скажи. Ну, зачем? Ты все это видел, все это знаешь. Просто как только наступает 18 лет, бах, человек перестает ходить. Потому что, понимает, наступает ответственность. Одно дело, когда ребенок на меня выпендривается, там... типа такого. Не в нагляк, но там бывает, знаешь, всякие же люди есть, да? Между собой разговаривают, да мы там его бы раз... А мне потом рассказывают и говорят, Серый, ну что делать с ребенком? Я говорю, дай подождем, дай вырастет, пусть вырастет. И потом по-другому все будет. Серега, 25 выпрыгов на левой ноге, 25 на правой. Дамир, давайте, парни, пожалуйста, ускорьтесь. Улучшите показатель. Нет, за одном столбом вам будет неудобно. Вы встанете как-нибудь возле рядышком у столба и можете разговаривать. Сейчас вы этот столб раскачаете и все. На коленку сильно не падай, Серый, на коленку сильно не падай. Да, аккуратненько прям, раз, молодцы, красавчики. Можно так выпрыгивать, можно как Дамир, можно... 25 получается, 25 на двух, 25 на левый, 25 на правый и 25 без ног будете прыгать. На мизинчиках, вот это, на носочках. Да можно сразу летать. Не, ну летите, если... Смотрите, так вот. Ну-ка, давай. Ну, тогда уж как-нибудь это, 25 раз выпрыгните, например, до высокого турника допрыгнуть. Вот такие выпрыги, 25 штук. Последние будут, да, и слез. Запрыгнул и слез, Дамир, ну-ка давай. Тихо, аккуратно, давай. Оп, во, молодец. Я недавно не мог так запрыгнуть. Да так-то, Дамир, я вижу вообще вашинский рост, парни, я очень радуюсь. Тихо, Серый, аккуратно. Можно попить? Блин, давайте, доделайте выпрыги. Потерпи, пожалуйста. Выпрыги доделайте, будет перерыв. А можно вот на этот лучше? А, так он легче. Он роста-то, нет, а ниже. Да прыгнешь, Серый, не волнуйся. А разгон зря вы берете, зачем? Да. Вот, смотрите, да, вот вы же сейчас приседали. Вот вы приседали, да? Вот вы приседаете, просто бери и оттолкни себя. Присядь пониже. Ну да. Давай. Еще раз давай помогу. Одна сейчас специально показала, что у меня руки выходят. Посмотрите, куда у меня руки выйдут за перекладину. Дамир, разгон, он потратишь ли силы. Давай, вставай. Раз. А это еще выше, да. Раз, два, три. Присядь. Ниже присядь. Дамирчик, иди сюда. Пока повиси, иди сюда. Присядь прям ниже и отталкивайся. Взрыв. Раз, два, три. Аккуратно, сядь. Дамир, аккуратно, парни. Давайте, да выпрыгите, и потом все будете делать. И трюки, и полоса препятствий. Здесь есть все. Просто когда кто баловаться начинает, или там кто-то начинает вредить, то ему лучше дома посидеть или на улицах заниматься.
Там кто-нибудь другой посмотрит, ага, он хулиганит, он там ногой в лицо ударил, или он там в носу ковыряется, а вдруг он соплю плохо стер с руки, она потом на турнике где-нибудь застряла, а другой об нее подскользнется и разобьется об эту соплю. Зачем это надо? Вы все-таки решили прыгать? Ну-ка давай. Да разгон не поможет, парень, здесь прыжок. Ты даже как-то особо не подлетел. Да, разгон не поможет. Вот посмотрите, сейчас вот посмотрите, у меня сейчас от прыжка кисть... Вот, да. Но смотрите, вот у меня сейчас кисть зайдет за перекладину, в высоту. Я присаживаюсь, здесь мы как раз тренируем вот этот взрыв, рывок. Я присел. Когда присаживаешься, там... Такой же распрыгнулись. Это труднее, но мы же распрыгнулись. Для чего? Ну просто все равно там... Мне, например, лучше не вот так вот присаживаться, а мне достаточно... Да, но здесь я прошу специальный глубокий присед для тренировки ног. Конечно, на самом деле я могу и так прыгнуть. Смотрите, как на пружинке. Я могу спокойно и так запрыгнуть. Но чтобы выше прыгнуть, здесь мне надо даже еще по-другому. Надо делать толчковые движения ногами и руками одновременно. То есть одновременно должно быть. Почему на одной рукой тянется? Потому что легче одну руку закинуть. И сразу ее как на крючок бросать. То есть сразу чик крючочком. Давай, еще последние 10 выпрыгов. Ой, отставить. Давайте 25 выпрыгов на носочках. Такой, как мячик. Ой. Возможно, да. 25 выпрыгов на носочках. Поехали, быстренько. Прям пам-пам-пам-пам-пам. Да. Прям быстро. Можно сделать на одной ноге 25, простите. Так, что ли? Да, только высокие. Да. То есть на одной ноге вы делаете. И на другой ноге 25, да. Поэтому, парни, если вдруг вы знаете, кто-то где-то что-то со мной не решил вопросы, я всегда иду на переговоры. Поэтому всегда надо говорить, иди да решай, лучше зал. Такой зал замечательный, а ребята обиделись там, или огорчились, или испугались, или разозлились, не ходят сюда. Это глупо. А вы это сами рисовали? Нет, это заказывали пареньку. Он здесь даже зашифрован его, там, как он, инициал как-то или как-то так. Вот если ты увидишь, что буквы эти написаны, не бумагой, которые выложены, а вот там если... Там вот сложно. Я могу подсказку, но потом я вам подскажу подсказку. А сейчас... это специально, что ли, СКК все. Написано? СКК бумагой сделана. Я ни разу не замечал. Бумага СКК сделана, да. Все, сейчас, парни, на растяжку, поехали. Это... А буквы... СКК это аббревиатура. Буква... Да, попейте, мыться в туалет. Да. А вот эти буквы, которые синеньким черником, это название Ender. Если посмотрите внимательно. Е, Н, ну, на английском языке. Я ничего не вижу, я без очков не могу. У тебя зрение? Да. У меня тоже зрение, но я вообще одним глазом ничего не вижу. Но другим, я просто знаю, что здесь нарисовано. Вот это буква Е. Угу. Это буква, надо подальше отойти. Это на С похоже очень. Как? На С. Нет, это на П. Ну, я просто профессионал. Да, С это вот так, да, С. Она, посмотри, какая здоровая, вон такая. Это вот. Б, это Б. Нет, это Н, B. Это Н, Н. Нет, это Б. Да. Я просто граффитист тоже. Дайте, можно палку? Вам сейчас покажу палку. Ты граффити рисуешь? Знаешь почему? Они в интернете находили. Вот, смотрите. Ну-ка давай. Сейчас я положу вот. Ну-ка это давай. Вот это вот так вот. Б. Вот так вот. И... А, ты перепутал эти. Ты перепутал сочетание букв. Это... Она вот идет. Это Н. Она вот идет. Так. Еще какая странная, капец. Ну это граффити, это вот замысловатые всякие движу. Можно в интернете, знаете, на самом деле это какой-то энергетический сок, что ли. Вот это такое. Прикольная штука. Кеды? Это Nike, да? А ты знаешь, Серега, что Дамир-то уже знает, что вот это обозначено на Nike. Nike, знаешь такую фирму спортивную? Да. Вот что вот это такое? Логотип вот. Nike. За гагулинка. А что она означает, ты знаешь? Logotip. Да, что этот логотип означает? Как думаешь? Nike это одежда кого? Джордана. Ну, спортивная. Да. То есть это какой-то логотип, означающий принадлежность, наверное, к спорту. А что, как думаешь, на что она похожа? Бумеранг. Спорт такой с бумерангом есть? Нет. На что еще похоже? Ну, посмотри внимательно. На коньки.
На коньки. Но Nike, оно не рекламирует коньки. Это конькобежная другая у них там. Не знаю. Клюшка! Серьезно? Братан, да, это клюшка. Хоккей, знаешь, какой хоккей с мячом называется? Ни разу не видел? Нет. Обалденно, они так пиначатся там жестко. Ну все, парни, поехали растяжку. Молодец, Дамир. Давайте протягиваемся в свободном режиме. 5 минут растяжечка. Парни, Дамир, Серег, на растяжку. Окей. Давай, да, окей. А что такое окей, ты знаешь? Да. Что? Означает да, да? Молодец. Давайте 50 раз отожмитесь и поехали на растяжку. Отжимание – это обалденный разогрев. Сейчас тебе Дамир подскажет, за что, да? У нас здесь клуб любителей английского, немецкого и японского языка. Так окей, это не английский. А какой? Русский. Окей, это русский? Да. Серьезно? Да. А что означает? С русского на русского давай переведи. Что означает? Так хоккей или окей? Ну давай, ты пока начни отжиматься с Дамирчиком, мы как раз это вспомним, что означает. Как же ты по-русски говоришь окей и не знаешь, что оно означает? Ок. А что оно означает? Хорошо. Ок. Хорошо. Это какое-то сокращенное, что ли? Да. От чего сокращенное? Окей. Ха-ха, вот это ты вообще прикал. Окей, это английское слово, ты че? Серый, ты не знал? Ну сегодня матушка придет, мы спорим. Парни, 50 раз поехали, Дамир, Серый, хорош. Дамирчик, давай, давай, давай. Серег, погоди, сейчас обрати внимание на Дамира, да, грудью до пола. Давай, поехали. Грудью до пола, строго грудью до пола. Прям строго отжимания должны быть, иначе сейчас буду ноги поднимать на стенку. Вот мы встали и вот так поехали. Давайте 50 выпрыгнем. Не, 50 отжиманий. Что выпрыгнуть? Я знаю, что вы выпрыгивать умеете. Вот и шок, поехали, пожалуйста. Что делать? Как? Ну, я показал, что грудью до пола. Дамир, ноги тоже, коленки, пожалуйста, не ложи на пол. Грудью, самое главное, грудью до пола. Во, Серый, молодец. Ложил коленки, я видел. И Серега спросил, говорит, как он делает? Типа он подумает, ага, четыре сейчас буду. Потому что Дамирчик... Да, грудью до пола, как бы коленки не надо. Хорошо, давайте я покажу, как надо делать. Ну, у нас тут не так делать. Ну-ка. Ага, так. Хорошо, а сейчас вы посмотрите, как делаю я, мой дед, мамка, папка, бабушки, дедушки, прабабушки, прадедушки, как надо делать по-гимнастически. Вы даже будете полностью повторять. Для того, чтобы нам скрасить грудь от отжиманий, вы поставите ножки вот сюда, чтобы коленками не касаться. Ручки разведете в стороны, чуть-чуть вперед наклончик, чтобы руки под углом были. И делайте такое действие. Уже не надо касаться прям до пола. Надо, обязательно. Сейчас, если вдруг мне сейчас не понравится, как вы отжимаетесь, мы поставим еще два колеса, чтобы были руки на высоте. Поехали, Дамир. Было сложнее. Чтобы еще тяжелее было. Вы вдвоем уместитесь, конечно, понеслась. Не ложись, коленками не ложись на пол. Дамир, Серый, все, терпим. Вот 50 раз. Поехали, парни, задача. Счет, пожалуйста, свой для себя возьмите каждый, без обмана. Дамир, таз выше подними. Для себя счет возьмите, но не обманывайте. Сейчас проверим на честность. Вот так, то есть? Да, молодец, да. Где-то вот когда вы легли грудью на пол, вот эту секундочку можно отдохнуть. Но ноги не снимай, пожалуйста, с колеса. То есть вы можете отдохнуть внизу, полежать несколько секунд, если уж прям чувствуете, что вы утомились. Это потом поможет, Серег, ты такой видел, элемент статический, удержать стойко на руках, но тело параллельно полу, не, на коленке не вставай, называется горизонт. Видел когда-нибудь элемент на такой? На турниках, на полу, на брусьях делают, вот так парни, буквы стоят, да, тело вот так ровно, видел? Да. Вот это отжимание поможет вам освоить очень быстро этот горизонт. Очень крутое упражнение. Еще, Серег, скажи, у тебя есть такой родственник Артем Дворцов? Да. Брат, кто он? Двоюродный. Двоюродный братан, да? Да. А что он сюда ходил? Ну, он взрослый. Да. В 10-м примерно уже классе. А, нет, тот вообще взрослый, кого я про Артема Дворцова спрашиваю. Он занимается созданием сайтов. Я вспомнил сейчас такой парняк у нас просто в знакомых, в друзьях, братуемся.
Я вот вспомнил, он сайтами занимается, не родственник? Вроде бы, да, делает что-то. Но тот не в 10 классе, тот уже взрослый прям парняк. Он уже с девушкой живет. Он уже такой самостоятельный. А сколько ему сейчас? Блин, за 20. Может быть, 22. Или там это... Ну, видишь, как у Дворцовых Данил, много. Данил, только Дворцов есть у меня. Данил? Да. Все, поехали, парни, Дамир. Хорош. Сейчас обнулится все. Сейчас, если вы будете баловаться, обнулится. Дамирчик, чуть-чуть ноги упри, не в железку, а в резинку. Не-не-не-не-не, да-да-да. Грудью можете падать на пол. Это как бы прокачает вам грудак, укрепит. Да, согласен, можно падать на пол грудью. Это потом удар выдержать, да, там, например, кто-то захочет вас толкнуть. Дамирчик, не толкайтесь, не мешайте друг другу, пожалуйста. А если вдруг еще серый захочет в соревновании поучаствовать, то тебе Дамир потом расскажет, какие там это жесткие условия ставятся. Отжимания, надо грудью касаться пола, надо руки полностью разжимать, на турниках вы там вообще 50 раз сделал. Ну ты дождись серого, погоди, погоди, давай в шпагатике посиди. Только дай... Тоже давай в шпагат. Дамир, вот так аккуратно сели. Вот так ножки разведи. Как вам получается? Просто садитесь назад, садитесь назад. Да. Да, но только не забывай, левая нога, правая нога, центр. Надо сделать по 35 наклончиков к левой ноге, к правой ноге и к центру, да. А так вы можете в своем режиме делать. Так. У Артема спрашиваю, у Муркушева, говорю, Артем, что не пришел-то день рождения? Мы тут пиццу покупали, угощались, кушали там. Он говорит, да, надо было зайти, но мы, наверное, там вот в следующий раз придумаем. Поэтому надо, если они в субботу придут, устроим еще раз чаепитие субботнее. А в какую субботу? Вот в эту. А ты когда? Ты вчера ходил первый раз? Да. Ну как раз ты вчера там. Ты не ходишь? Нет. А ходил? Нет. Да вы вспомните, парни, что вы гоните-то, вспомните. Да, вообще смысл такой, если вы эту мысль отпустите, она сама ответ придет. На улицах, на праздниках, на каких-то движух, может быть, Серега приходил смотреть на какие-то мероприятия, где ребята участвуют. Где ты живешь? На Петровской. В Центриках, да? Мне кажется, вот я когда гулял, тебя видел. На площадке, на Льва Косиля, на турничках, нет? Ну это, нет. Потому что я к маме всегда туда на работу еду. На Льва Косиля, да? Дворец пионеров, да? Турники и Дамир тоже там. На турниках виделись там. Я так не помню. Ну а как ты вспомнишь, если, например, ты занимаешься увлечен одним, и другой человек занимается увлечен, взглядами пересеклись, и бах, уже как фотографическая память называется. Уже оно где-то отложилось. А еще очень много... 50? Нет, 35 раз на одну сторону, на серединку и на другую сторону. А еще бывает такое, что очень много людей похожих друг на друга. Вот реально очень много похожих. А у меня есть типа близнец, но он не мой брат. Похож, да? Да. Ну вообще классно. Ну я когда первый раз очки надел, меня все Гарри Поттером назвали. Гариком Поттером? Да. Почему? У тебя шрам? Я был похож. Гарри Поттерский да. Шрам? Да. Нет, шрама не было. Если бы добавил, то все идеально. Ты 100 раз сделал? Да хорош, да хорош. Ну давай, я не люблю, когда обманывают. Ну покажи, давай, шпагат. А? Давай, хорошо. Сейчас ноги в сторону раскинь, зацепись руками изнутри за ступни. Все, и пошел наклон головы и тянись к полу. Дамир, такая же тема. Успокойся, Дамир, успокойся. Да, это вам поможет делать... Давай, 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 тянем, тянем. Да, о, красавчик серый, вот так же надо, давай. Только, Дамир, изнутри, пожалуйста, зацепись, прямо за ступни, изнутри ступень. Ты это протести? Давай, не-не, изнутри, прям за ступни, да, все, держать, доставай, тянись. А как? А чтобы, а ты ноги чуть присогни тогда. Ой, не присогни, а ужас, деда. И вас надо протянуть. Сейчас я тебе покажу. Погоди, сейчас я тебе опять сейчас покажу. Смотрите. Вот вы поставили ноги. Дамирчик, смотри, вот вы поставили. Вот, допустим, развели. Даже ладно, не так широко. Вот наклонились.
Вроде приматы не занимаются, а грязюка с собаками. Положили, да? Вот, допустим, ну что, я легко отнес, Сергей Геннадьевич, да, легко отнес. Смотрите, просто берем, вперед, вперед, лег, яйца не прижали. И вот так тянем. Я тоже не достаю руки, но...